Трагедия произошла вечером 11 апреля 2019 года. По материалам следствия, на своей квартире мать и сын распивали алкогольные напитки. Вскоре к ним присоединились две знакомые. Алкоголь быстро заканчивался, и нужно было купить еще. Сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал у своей матери денежные средства на приобретение спиртного. Последний ему отказал в его просьбе, на что сын, испытывая личные неприязненные отношения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес им множественные удары по голове, туловищу и конечностям, в результате которых через непродолжительное время мать скончалась. В ходе следствия мужчина рассказал, что нанес своей 57-летней матери около 20 ударов. Она почти не сопротивлялась. У женщины была травма позвоночника, и она плохо передвигалась. По голове раз 5, наверное, вот так вот я бил. Потом она чуть прикрылась, я начал ее бить по туловищу раз 15, и в живот долбил, и по ребрам, и так, возможно, и по руке попадал. Вас кто-то просил прекратить ваши действия, не бить мать? Я сам, потому что пошел за тюльгали закрывать дверь. Спустя некоторое время мужчина вместе с одной из знакомых отправился спать. Ночью вызвали женщине скорую, решили, что ей плохо. Приехавшие медработники констатировали смерть и попросили мужчину дождаться сотрудников полиции. В настоящий момент в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Материалы переданы в суд. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».